Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, отпрощенный Нефрит и его вредная, но любимая помощница, конечно. Настя, привет. Сегодня она вернулась снова на канал. Да, всем привет. Косячить ну, меньше будет теперь. С прощением меня. Да, не будет больше безобразничать. Да, ну и это как ты? Что-то ты забываешь. Сегодня мы продолжаем проходить легендарный Resident Evil. Ой, о, Resident Evil, Resident Evil, да. Я один прохожу. Сальдихе 4. Сыру. А мы не забываем ставить его. Во. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы это новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте наши 90 и ПК 59. Ну а мы поехали дальше. Я вернулся из водной тюрьмы. Водная тюрьма. Да, дубль 2. Да. Ну и вот мы оттопырились. У нас тут уже дома. Вечер наступил. Как вы это заметили, ведь у нас торшеры зажглись. На улице. Сами тоже видите, что творится. То, что видите, уже закат. Ничего не летает. Ну, ничего не летает, да. Ну, главное то, что уже все закат на улице. Скорая вон катается. Так, ничего по радио не говорят? Нет. Не говорят. Я все выложил, по-моему. Да, у меня только труба осталась. А, вот топовая уже. Не, сейчас вот мы пойдем в другой мир. Там будет мое любимое оружие. О. Опять он взял, прошел. Вот еще одна рука, как видите, появилась. Еще один отпечаток. Еще одна жертва. Что там Айлин делает? Что-то ее пьет. Да. А, она что-то смотрит, похоже. Угу. Ух ты. Они все теряются. Да. Сегодня что-то ее штырит. Уходи. По-моему, она на нас уже смотрит. Она чувствует то, что мы за ней подглядываем. Так, все. Давай мы это... Как-то свали тихо, пока не заметили. Это не мы. Ой, я картины-то проверял, не проверял? Не помню. По-моему, проверял. Грэсси, Сандра, Грэсси, слышал? Да, нет, это все. Было это все старое. Угу, ничего пока не изменилось. Ну что, пойдем обратно. Через ванну. Угу, забрызганной кровью. Дыра стала еще больше. Из дыры слышно много шума. Лезь внутрь. Ну, поползли. Сейчас посмотрим, как это изменится тут. О, так тоже изменилось. А нас выкинут. Ага. Так, стоп, да, угу. Мне вид вперед сделай. Блин. Вот так. Да. Бежим. Блять. Какой-то зоопарк нахер. Да, зомбаки. Мерзость. Зомбаки? Так же мерзость. Ничего нету. Машина. Что эта машина здесь делает? Я вот тоже думаю, что она на крыше делает. Стоит. На крыше? Да. Как она сюда заехала?
О, бля. Макейки. Не люблю я вас. Люди макеки. Там кто-то укает, акает. Стрельба какая-то идет. Сюда нам нельзя, да? Понятно. Нам тут вот, 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 видите? Ребята, видите? То, что мы видели из окна. Крыши это. Гостиница Эшфилд. Угу. Там что-то не могу. Обалдеть, вот мы. Сейчас? Ой. Что-то сейчас будет. Мужик под. Которого мы видели в окно. Ау, проклятие. Где я, черт, побери. О, ты настоящий человек. Эй, ты же тот парень, который живет напротив меня. Да, меня зовут Генри. Я Ричард Брейти из 207. Что, черт возьми, с нами случилось? Та дыра и этот ненормальный мир. Но раз ты тоже здесь, значит, что-то не так со всем домом. Это должно объяснить то, что случилось с тем другим парнем. Каким другим парнем? Парень, который жил в 302 до тебя. Журналист. Однажды он исчез. Под конец он совсем съехал с катушек, заперся в комнате и не выходил. Так или иначе, я сваливаю к черту отсюда. Тебе тоже стоит, если тебя волнует, что с тобой... Ой, подожди. Будь осторожен с тем мальчиком. Бля. Так, они рухнули сверху. Стоял же, вот я люблю, когда ты стоишь просто у двери. Не думаю, что не согласен, мы просто стоять. Ну это напоминает это. Меня иногда. Когда я перепил. Такие же звуки бывают, издаю. Здесь праздничный торт и шампанское. А вот и про меч, который мы слышали. Читали конкретней. Из его живота торчит странный меч. И он что-то держит в руке. Пример из руки. Ключ призрака. Из живота его торчит меч. Вытащить. Да. Меч повиновения. Невероятный редкий меч, если использовать на сбитого на землю призрака, он заблокирует его на одном месте. Если вытащить, призрак оживет. Лежи. Не оживай пока. Блять, опять слизняки. Блять, все, полезли. Ну как без них-то? Еще эти падают тут сверху. Вон он летает, ну. Андурас. Блять, и где еще? Блять, ну через. Он вылазит, нахрен свариваем. Так, что тут есть? Что есть? Патроны. Патрошки. Возьмем пули для пистолета. Все, больше ничего нет. Так. Что мы все видим, видим. А, ну мы видим пока дыру. Так.
Бита. Алюминиевая. По идее, нам, блядь, не очень тоже оружие. Ну ладно. Пока с ней может быть. А что насчет видит? А, клюшку, нахрен. Две клюшки даже. Одна из которых уже погнутая. Ну да. Кто-то ее, блядь, использовал еще тоже. Ну, логично. Тоже призрака бил, как и я. Или бегал от них. Больше всего я бегаю от них. Да, чуть весь не сядут. Вот именно что. Они докучают больше. Так, мы оттопыриваемся. Кто стучится, дверь ко мне? Да-да. Занято. Никого не ждал. Кто ты где? Идите нахер отсюда. Лучше проверь поскорее, как там твой сосед. Прикольно. Это все было на английском раньше написано. Супер. А, на тут тоже все дословно на русском тут же говорили. Да, тоже перевелось. Да, так и вторая часть была. Меч тоже выложу. Рано еще нам. О, смотри, смотри, пакет летит. Ты видел, 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 видел? Видела, 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 видела. Эй, где он? Я никогда не видел такое. Вот такое, да, сколько СК проходило, пакет летающий не видел. Видишь, что-то новое? И заяц летает. Опять шарик, ну этот. А мы вот там, где гостиница. Мы на той стороне. О, автобус какой-то новый. Знаешь, что я думаю? Что шарик летает, когда мы начинаем проходить новый уровень. В той его не было части, когда я в одной тюрьме был. Смотри, этого нет, мужика, который напротив нас-то. Ну так если правильно, он где-то шатается. Где-то шатается, так-то шатается, он так-то это. В том мире тоже, где и мы. Я и говорю, шатается. Проверь своего соседа, давай проверим, кстати, да-да-да, проверь же. А ее нету. Соседа напротив. Надо вернуться в тот мир. А, соседа напротив, вот точно же, вот-вот-вот-вот-вот. Все, доперло. Вот этот, который есть, мужик. Но его нет. Проверили же все. Ну. Его нет там. А нет, вон он спит. Он спит, вон в синей рубашке. Вот он как раз во сне, из-за чего мы с ними пересеклись. А, точно. Мы же все во сне только всех. Точно, точно, да. Сосед напротив спит. Ну ладно. Идем дальше. Так. Ух. Бежим сюда. Это что за нахер? Звуки, неприятные звуки. Да. В СК всегда было что-то устрашающее, как звуки эти. Ну. Так и должно быть. О. Красиво. Ту-ту-ту. Я еще вижу песика. О, ну тут с двух ударов он вырубает песик убитый. Это хорошо. Нормальные аксессуары. Мини питомцы. Так, сам. Не видели же собаки. Там он еще и жужа. Мини-питомцы, блин. Быстрее валить их всех нахер. Что всех завалил, кроме этого летающий? А, там пёса стоит еще. Пёса там пытается куда там понять, куда идти ему. Ну, видимо, ему это не хит. Так, с пёсой нету. Все. Чем сюда шли-то? Вообще похудел, ничего нету пока. Похоже, за собачью или кошачью клетку. Ну да. Нет, он что-то видит. Где он видит? А, он. Какая-то смс-ка еще мне. Ключ от Альберта Спорта.
Опять эти всякие розыгрыши тупые. 5 теле 2 всякую хрень шлет. Не перекатался бы уже. Чё? Ладно, пошли дальше. Да, идем. Так. Бля, гопник. Иди отсюда, гопник. Гопник, отсюда. Вижу, отдай деньги он мне, блядь. Гопота летает. Есть сига, есть сига. Нету. Он сига у тебя. Есть что по мелочи. О, блядь, мы вниз башкой в местности. Местность не башкой, так и называется. Да. Ну, сейчас нам сюда пока не надо. Охрана. Да. Он даже ходит в присядку здесь. Сейчас опять. Есть позвонить, симка своя. Ну где ты, ГПТ? О, блядь, вот ты ж, блядь. Все, ГПТ, я ушел от тебя. Тут что написано, я не могу прочитать. Кобра или что? Ничего не понятно. Так. Идем дальше. У нас есть ключ, значит, у нас мы можем еще открыть какую-то дверь. Наверное, в ту дверь, которую... Я не пошел сразу же. Вторая, которая... Нет. Да. Я пошел сюда. Как меня потянуло. Хотя уж плохо помню эту игру. Ну, неплохо, но так. А винуешься зову сердца? Да. О, бля. Опять о, макейки. О, вожак макейков. Не одно, тут другое. Он умеет оружие отбирать из рук. Подлец. Так, все, макейку убили. Главную самую. Там вот еще есть. Сейчас они покатятся, смотри. Если их прибить. Трдын. Трдын. Все. На кейках прикончили. А мы идем вниз. Да, мы идем вниз. Бля. Сука, самое главное вот этого прикончить. Это он того. Ах, ты мне хотел оружие стыбзить. Своей лапой. Это моя бита. А ты сейчас ничего не знаешь, что делать. Лицо-то человеческое у него. Только вот это вылазит вон. Макейки. Из этой... Из грудины у него. Какая-то хрень. Пипец. Сюда нельзя. Лифт не здесь. Не курить. Не, нам вверх надо, чувак. Это потом покажу. Мы не нажимали никуда, там в капа везет, да и едем. Ты тот пацан, о котором он говорил? Ты тоже живешь в том доме, а? Ну-ка, ты похож на одного мелкого поганца, которого я однажды поймал, когда он рыскал там. Ты знаешь, что, что происходит? Эй, стой! Так, а мы едем, ребят, наверх. Есть такой прикол, если мы сейчас сразу же туда пойдем, куда нам надо, мы не возьмем меч. Ой, я не нажал. А мечи нам очень-очень, ребят, еще понадобится. Но об этом мы уже позже. Так, в дальнейшем, в прохождении вы все увидите, для чего нам эти все мечи нужны будут.
без них будет туго. Смотрите продолжение. Да. Мы идем. Дальше еще интереснее. Бля, сейчас вся шелупонь вылезет здесь. Надо быстрее. Лопату я брать не буду. Кстати, там, по-моему, лопата лежит еще. Вот, блядь. Вот, да. Лопату брать не буду, она хоть тоже сильное оружие, но воевать им плохо. Ой, блядь. Сука. Ах, блядь, все шелупонь-то. Мозги-то как давят. Ой, отстаньте, ребята. Отвалите. Вите надо выйти. Ну, теперь можно вниз. Вот, ребят, запомните самое главное, что... Сначала съездить вверх. Да, не забудьте меч взять, а то вы просто его потом уже не сможете никогда взять. Даже при дальнейшем прохождении. А нет, вначале еще сюда выйду. Интересно, тут глюк сработает? Я раньше тут глюк делал один. Да, он работает. Ты зашел глюк убивать? Угу. На сложном вот он вообще бы тут выруливал. Только оружие надо побольше. А если я сейчас со всей дури уебу? О, минус 0-1. Еще одну. Отлично. Все, удачно. Угу. Это убежала коза. Она жрет, блин. Иди сюда. Мне надо тебя прикончить. Только не отходи. Блять, взяла, отползла опять. Опять отходит. Нет, еще надо один удар. Туда. Иди ко мне. Блин, ну что ты Генри промазал? Да что ты будешь делать? Запомните, ребята, этот глюк. Блядь, она жрать опять пошла. Да что ты, блин, кровопийца хезаная. Иди ко мне. Бобик, Тузик. Полкован. Да ты ж... Генри. Как ты вообще попасть не можешь по мне? Одну минус. Ну, обезьяну мы завалим так. Так, мы идем дальше. Кстати, можем сюда еще вылезти. Но лифта, как мы видим, здесь нету. Как нам пишется, лифт не здесь. И там его нету, и сам его нету. А сверху мы не можем в него попасть. Это что, душевая? Ну, типа того. О, опять эти пики поганые. Поганки. Письки-переростки. Это письки-переростки. Пички поломал.
Они на змей похожи. На кого? На змеек. Ну, у кого на что? Одноглазый удава. Ну что ты меня ударил-то? А что ж ты, падла, скачешь-то, блин? Ох, блин. А вы же должны в другом месте быть совсем. Вы должны сейчас быть дальше. Откуда вы здесь появились? Так они должны быть дальше. Тут должны быть только псины. Ну это FPS 2 версии. Вот здесь должны были вот эти падлы быть. Они здесь есть. Самое главное, все по-бырому делать. Чтобы ни одна падла не успела. Ебать. Ебать успела. Есть. Я уделал всех. Поздравляю, ты молодец. Нет, еще одна он стоит. С клюшкой этот. Добей ее. Он убил меня. А я не сохранялся. Он замочил как пушкой. А я не сохранялся. Твою ж медь. Это я здесь. А где я все взял уже? Или мне снова? Блять, мне снова сейчас все проходить. Сейчас мы будем пытаться все тупо нахрен пробежать. Чё? Пробегать. У тебя так плохо слышно стало? Мы все знаем, что тут больше ничего нету. Кстати, я в водной тюрьме вспомнил, что я забыл кое-что. Я медальон там упустил. Когда по лестникам бы я видите, сокращал, а там на лестниках лежал медальон. Ну, хотя, может быть, я еще его найду. Медальон защита от призраков. Угу. Это есть от призраков, точнее. У нас призраки не смогут ничего нам сделать. Изгонять их будем. Так, с вас я валить тогда не буду. Буду стараться пробежать. Да тут проще пробегать, по-моему, всех. Нормально, вот. Никто... У меня хелса даже не потерял. Пока я с этими придурками бился тут. Так, с мультик мы пропустим, мы его видели уже. Так, но наверх нам все равно надо подняться. Ну да. Так что вот, произошла первая нелепая смерть. Не люблю этих макейков, потому что и у меня нет еще в руках моего любимого оружия. Вот гопота вылезла уже. Еще один летит. Ужух. Ах ты, сука, поймал меня. Жертвы болтера.
А теперь все равно надо будет идти и биться с этими падлами. Потому что этих падл, если я не завалю, эта дверь закрывает, который вот... Как его? С как она? С клюшкой. Он блокирует нам дверь. Поэтому обязательно надо всех завалить. Но сейчас собаки где были и все эти... Мы сейчас тоже пробежим это место, попробуем. Будем пробовать. Опа, 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 опа. Этих придурков пробежали, там собаки сейчас. Опа, опа, опа. А, мы патроны там не взяли еще. Ой-ой-ой-ой, тут собаки там не кидаются. Сука. Так, ребята, ребята. Да ты не на того, Гарри, на Генри нацелился. Ладно. Идите сюда кто-нибудь, блядь, сейчас я как уебу. Сейчас я уебу, точно уебу. Блядь, так ты куда бьешь-то? Так, сейчас того падлу надо. Вот он. Бля, ты куда зацелишься-то опять? Прицел смени. Во. Сейчас мы ему как зарядим битый по ебучке. Да, блин. Невозможно. Потом это место я очень любить не буду. Ну вот, ребята, все потом. Пока рассмотрите местность. Все по ходу. Громаные слизняки. Мое любимое оружие. Да, бери топор, руби хардкор. Как у нас на Руси, лучше Генри не беси, а то схватит он топор и пойдет рубить хардкор. Босс сказал, что в этот раз кодом будут последние 4 цифры телефонного номера этого магазина. Но телефон написан на вывеске на крыше. Любой может увидеть его с South Ashfield Street. Это правда не важно. Ну, придется нам, ребята, вылазить. Это бильярдный стол. Похоже, его бросили после игры. Ну, как раз и подкрылимся. Нам же надо подхпшиться. Так. Вот мы топырились, и хелсы начали восстанавливаться. Ура, 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 ура. Что на улице пока не... Так, надо на улицу выглянуть. 37.50. Странно, мы и там. А как так мы можем портироваться? Вот смотри, мы здесь спускаемся, ходим, да? А начали вот здесь. Мистика, как мы с дома на дом прыгаем. Отлично прыгаем. Видим, моя здоровая пушка хорошая. А, возможно. Никого нету? Опять он стоит. Супер Дант. Он въехать не может, ничего. Что-то пошатывает.
Суперинтендант, ты долго там будешь стоять? Он залипает, по ходу дела, ничего не знаю, что бы сделать. О, у меня полный хп, это уже хорошо. Что там Айлин у меня делает? Что она там? Опять что-то смотрит. Какой-то ужастик, видать, смотрит. Может быть. Вот это я не видел тоже. Айлин смотрит ужастик. Это какие-то цены насилия там. Она не любит их. Там насмотрела тут. Хохотала. Ну, она же не будет на то смотреть. Ну, а мы идем дальше. Что, запомнила пароль? Честно, нет. Вот так вот, видите, ребят. Проходим. Ты мы... сам-то запомнил? Конечно. Запомнил. Я-то запомнил, видишь? О, блин. Бля, и гопоты куча. Как всего, да? Есть по мелочи. Есть что по мелочи, есть что по мелочи. Помещается. Блять, еще вылазит тут. Блять, да они сколько там. Они... Да их тут, смотри, сколько их много вылазит-то. Они тебя окружают. Они что, под низом, под низом будут все лететь. Это не страшно. Только надо на голову будет давить. Гопота туповатая. Но мозг выносит нехило. Своей тупостью. И... Ну, сколько ж вверх можем подниматься? О, уже потолок. Пришли, значит. Что это? Это дверь 207 квартиры из моего дома. Снять карточку. Карточку хаос. Мальчик. Это он, это не мальчик. Это мой мужчина 11, 21, 21. Еще одна жертва. Очередная. Ну а мы проснулись опять от этого кошмара. Да, надо бы сохраниться. Ну так само собой. Потому что видео у нас сейчас закончится. На сегодня-то. Похоже, в Silent Hill все еще существует какая-то древняя религия. Ну, блять, мы знаем. Были даже слухи о том, что на НЛО летал рядом с маяком. Ну, это тоже мы знаем, первую часть, когда кто проходил на концовку НЛО. Я слышал, что в Silent Hill почти никогда не бывает солнечно. И говорят, что когда появляется туман, происходят странные вещи. Ну, тут ты прав. До этого он говорит совсем другое. О, весь мой мужчина указывает пальцем. Он указывает на квартиру 303. Квартиру Айлин?
Может, что-то Марин делает? Ну, Что мы знаем думает? этого мужчину, этого Волтера. Опять летает шарик. То он летает, то он не летает, пойми его. Он какой-то мистический весь. Машины опять поменялись. Я замечаю, как после каждого прохождения, вот тут сейчас был после этого прохождения автобус, тут школьный еще приезжал. Тут какие-то, теперь еще какой-то синий автобус начал, вот сейчас приезжал. Еще можно на это внимание обращать. Может быть, тот приют в лесу и цилиндрическая тюрьма где-то на этой фотографии? Возможно. Возможно. Похоже, это еще один капитан. У него 1-1-21 на голове. Это прямо как в том деле, 10 лет назад. Ага, у дела Уолтера Салливана. Но Салливан мертв, даже тело есть. Может, какой-то псих-подражатель? Да, но даже так. И все, ничего больше не было. На столе. Здесь пульт от телевизора, автомобильный журнал и пепельницы. Но ничего полезного. Эту фотографию мне дал Сандерленд, управляющий. Он использует квартиру 105 как комнату управляющего. Ну, теперь мы знаем про комнату управляющего. Это Саус Эшвилл Хайтс. Он по П-образной форме, так что можно увидеть людей, живущих напротив в любое время. Сейчас мне пришло в голову, что был фильм об этом очень давно. Да? Ну ладно. Че только не узнаешь. А тут что насчет своих фотографий, ничего, никаких изменений. В том возрасте я часто ездил в Silent Hill. Посмотрим, что они делают. И сохранимся. Угу. Что-то она собирается куда-то. Эй, ты куда? Она ушла. Ну ладно. А или нету больше? Куда-то уперлась. О, опять. Суперинтендант. О, следующий, еще один кровавый след. Да уж. Больше ничего по радио не говорят? Нет. Так, мы выложим то, что нам не нужно. Выложим. Чтобы можно было сразу же по следующей игре приступить. Сразу же к игре самой. Ну, ребят, давайте мы сейчас сохранимся. На сегодня это все. Да, не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, ставить ваши комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы сказать наше новое видео. А также вступаем в ВКонтакте, наши 90 и ПК-59. Ну а всем до новых встреч. Пока-пока. Чао. Let's rock.